Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 27 апреля. Поговорим об энергетике этого дня, поговорим о том, на какие моменты события обязательно стоит обратить внимание, чтобы этот день для вас прошел удачно и благополучно. Итак, друзья, 27 апреля, и числом этого дня выступает число 2. И это число означает, что в этот день дружба, успех, благополучие, отменное здоровье и самочувствие будут вас окружать на протяжении целого дня. Главным символом этого дня является бадьян, а это означает, что вам нужно в этот день обязательно начать какое-то новое дело, с которым вы никогда ранее не сталкивались. Откройте для себя что-то новое, поэкспериментируйте. Это поможет вам лучше понять себя, открыть в себе новые возможности и таланты. А также нужно провести ритуал, который поможет вам очистить энергетику вашего жилья, притянуть в него светлые и положительные энергии. Очень важно следить за тем, что наполняет ваш дом, так как от этого напрямую зависит самочувствие всех членов семьи, которые живут в таком доме. В доме с хорошей энергетикой у людей все ладится, все дела, за которые они берутся, получаются с первого раза. Также человека сопровождает хороший сон, а голову посещают идеи, воплощая которые получается не только реализоваться в жизни, но и быстро разбогатеть. А вот в доме с плохой энергетикой людей преследуют депрессии, у них не получается хорошо отдыхать, а все мысли заняты тем, как решить очередные возникшие проблемы. Проснувшись утром, подумайте о том, что вы счастливый человек, ведь каждый человек счастлив по-своему. Главное – научиться ценить то, что у вас есть, чтобы впоследствии это все только приумножить, а не растерять. Когда сделаете это, дважды улыбнитесь и тогда поднимайтесь с постели. Сразу займитесь своими обычными утренними делами, откройте на кухне окно, чтобы нужные энергии попали в ваш дом и укрепили его энергетику. Приготовьте завтрак в себе и для своей семьи. Делайте все не спеша, старайтесь испытывать при этом только положительные эмоции. Так вы сможете окружить всю семью только хорошими энергиями, которые будут им помогать на протяжении всего дня. Обязательно купите сегодня бадьян, он вам понадобится для проведения ритуала. Также эта пряность подходит для улучшения вкуса блюд. Из свинины, птицы сюда относятся, индейка, утка, курица, перепела, он способен придавать блюдам непревзойденный вкус. Также он отлично оттеняет вкус выпечки. Он обладает и большим содержанием различных витаминов, такие как В, В1, В2, В3, В5, 6, 9 и витамина А. Не забывайте, что он содержит медь, марганец, кальций, фосфор, железо, магний. Он способен очищать от организма токсинов, полезен для сердечно-сосудистой системы, лечит кашель и так далее. Поэтому изучите вопрос, связанный с ними, и начните его использовать себе во благо, и вы удивитесь, в скольких вопросах он сможет вам помочь. Перед тем, как выйти на улицу, возьмите 2 щепотки сахара, выйдя, киньте их себе на правую ногу, но так, чтобы не привлекать взгляды людей, и при этом проговорите такие слова: «Нужная энергия этого дня, меня поддержите, совершить правильные и обдуманные шаги помогите». Это простое действие будет вам помогать принимать правильные и верные решения. Вся неуверенность, которая вам присуща, отойдет на задний план, а счастье и удача обязательно будут окружать вас на протяжении всего дня. В этот день трудно будет усидеть на одном месте. Вы будете хвататься за любую работу, которая будет появляться, не обращая внимания на объемы, и с легкостью сможете охватить любой объем, который только пожелаете. Если в этот день вы посчитаете, что ваша жизнь скучная, и к вам придут идеи, как ее разнообразить, не бойтесь совершать такие поступки и заниматься тем, чем пожелаете. Это дорога в нужном и правильном направлении. Все будет получаться так, как вам бы и хотелось. А приятные события будут наполнять вашу жизнь, радовать и порой даже удивлять. Все вопросы, которые будут связаны с финансами, в этот день будут проходить успешно. Это поможет вам не только улучшить финансовое положение, но и приумножить его. В этот день вас могут ожидать денежные сюрпризы, такие как премия, как повышение зарплаты. Возможно, вам вернут долг, о котором вы уже перестали думать, так как посчитали, что эти деньги к вам больше не придут. Вы сможете и осуществить выгодную продажу.
стоит, если вы так давно подумывали сменить рабочее место. Заняться этим вопросом у вас получится найти работу, которая принесет вам хорошие деньги, а условия труда будут превосходить все ваши ожидания. На данной работе нужно будет делать все быстро и качественно. Филонить не получится, поэтому перед тем, как давать свое согласие на такую работу, хорошо обдумайте, что лучше. Возможно, находиться на старой, иметь меньший оклад, но более свободный график. Или же получать хорошие деньги, но не иметь много времени для отдыха, так как пути обратно уже не будет. А отказавшись в процессе, вы потеряете многое, так как Вселенная не оценит то, что вы получили, и не даст шанс, которым вы должны были воспользовались. И не смогли воспользоваться им в полной мере. На протяжении дня у вас будет хорошее приподнятое настроение. Это будет помогать вам притягивать хорошие энергии в вашу жизнь. Поэтому вы сможете справиться со всем тем, что только надумаете. Также сможете проводить сделки, подписывайте контракты, делайте закупки. Женщине в этот день нужно пройти по магазинам и потратить деньги, пусть даже немного. Это поможет вам запустить денежные энергии в беспрерывные потоки, так как деньги должны находиться в движении. Сделав все правильно и получив от этого удовольствие, вы очень скоро получите их значительно в большом количестве обратно в свою жизнь. Вечером женщинам, у которых есть дети, стоит уделить им больше внимания. Позанимайтесь с ними дополнительно, сделайте уроки. Мужчинам в этот день нужно проявить лидерские качества. Если возникнет неприятная ситуация на работе, не расстраивайтесь. Вы сможете все очень быстро решить, со всем справиться. Не поддавайтесь ни на какое влияние со стороны в этот день, особенно если вас будут подталкивать к необдуманным и, возможно, даже где-то глупым поступкам. Вы должны доказать, что у вас есть свое мнение, и вы знаете, что имеет для вас значение, и готовы идти выбранным путем, не сворачивая с дороги. Для того, чтобы очистить энергетику вашего жилья, первым делом возьмите две веточки полыни, перевяжите их зеленой ниткой, далее подожгите и обязательно окурите ваше жилье, обойдя по часовой стрелке по ней два раза. Когда будете заканчивать второй круг, уделите больше времени входной двери. Постарайтесь окурить ее полностью, затем приоткройте и также окурите порог. Когда будете окуривать жилье, нужно проговорить такие слова: «Все в плохое, что в мой дом пробралось, из него уходи. Я за помощью к сильным энергиям обращаюсь и со всем негативом благодаря им справляю. Для него вход перекрываю и больше в дом свой ничего плохое не пропускаю». После того, как закончите, веточки затушите, разместите их возле порога входной двери, так они должны будут пролежать 2 часа. Когда окурите дом полынью, возьмите блюдце, на него насыпьте 2 щепотки сахара, а сверху положите какую-либо емкость. В нее положите 2 крупные звездочки бадьяна. Подожгите их. Когда они начнут дымить, вдохните дважды этот запах. У вас будет такое впечатление, что вы чувствуете, как ваше тело очищается. Это ощущение на энергетическом уровне. Благодаря тому, что вы сделали, вы полностью очистили свою энергетику от всего плохого. После этого обойдите дважды по вашему дому, окуривая его. Уделяйте больше внимания окнам, подоконникам, углам. Когда будете это проделывать, проговаривайте такие слова: «Энергетика моя чиста, бадьян в помощь призываю, ее укрепляю, а также положительные сильные энергии в большом количестве привлекаю. Все ними наполняю, место для зла и негатива не оставляю». Когда обойдете дом, оставьте емкость возле входной двери на 2 минуты. При этом проговорите такие слова: «Только светлые энергии через данный порог пройдут, а когда войдут, энергетическую стену возведут. Посылы зла будет отбивать и в дом не пропускать». Когда время пройдет, бадьян затушите, возьмите по маленькой щепоточке сахара и положите с левой и с правой стороны возле двери. Так они должны будут пролежать 2 дня. Остальной сахар, бадьян и веточки полыни вынесите на улицу и выбросите на природе. Это непростой, но очень сильный энергетический ритуал, и он поможет вам справиться с негативом и установить одновременно защиту для дома. В этот день нужно одеть одежду любых оттенков светлого или же зеленого цвета. Если одежды в таких цветах у вас нет, возьмите нитку такого цвета, завяжите ее вокруг верхней фаланги мизинца и от души попросите денежную энергию приумножиться вокруг вас. Вечером ниточку сожгите. Пепел развейте, и это действие поможет вам улучшить ваше финансовое состояние.
Талисманом удачи на этот день должны стать такие камни. Первое, друзья, это аметрин. Он способен сглаживать сильные конфликты, придавать мудрость, направлять на верный путь, помогает нормализовать давление, улучшает память, способен усмирять вспыльчивых людей, притягивать радость и положительные эмоции, помогает обрести любовь, а также приумножает ее день изо дня. Следующим талисманом удачи на этот день должен стать фианит. Он имеет положительное влияние на человека, помогает приумножить все то, что данный человек уже имеет, притягивает положительные эмоции и события, а также возобновляет ауру своего владельца, притягивает богатство, изобилие, помогает справиться с любыми возникшими ситуациями в жизни. Друзья, продолжайте придерживаться знаний, обрядов, ритуалов, практик, которые передались нам от наших предков, потому что они помогут вам выбирать правильный жизненный путь, становиться намного мудрее и, идя выбранной дорогой, притягивать к себе только сильные и положительные энергии, которые будут благоприятно на вас влиять. Помните о том, что только мы сами решаем и делаем только то, что нам действительно важно и нужно. Друзья, с вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Друзья, всех вам благ, услышимся с вами уже буквально в следующем видео.